лучшая защита нападения. Но здесь не только девушки присутствуют в этой песне. Я, так сказать, стиль облить на всех побольше. Тупые тексты! Согласны? Эй, девушки, я не откажусь от хорошего секса! Девушки тоже, я думаю, не откажутся. Эй, люди, из какого вы слеплены тесто? Из какого? Всяким блядям и шмарам в этом мире нет места! Вот недавно сидела здесь какая-то шмара. Ты не думай, шмара, что тебе будет все на шару. Иди поработай, как все нормальные люди. А свои красные трусы спрячь, мы не в Голливуде. Выхожу из парадной, сидят три квазимода. Может, у тёлок пошла другая мода. Вместо юбки штаны, вместо блузки рубаха. А я скажу этим тварям, пошли вы все нахуй! Лучшая защита нападения, защита нападения, защита нападения. Лучшая защита от нападения, защита от нападения, защита от нападения, ла-ла-ла. Лучшая защита от нападения, защита от нападения. А теперь пройдемся по всем остальным. Нормальных людей не осталось, кругом быки. Или что-то на постой, чешут злые языки. В кармане нет денег, куда-то деваются. Протесты до фени, налоги кусаются. Менты оборзели, но малолетних наживаются. Но штраф за курение, да, они издеваются. Опять невезение, застой начинается. Всякие шмары засоряют обложки журналов. Посмотрите на их морды, кем они себя называли прикольными тёмками. Еще материнское молоко с губ неба вытирали. А писька пошла в расход, чтоб вы знали, как они меня задрали. Задрали, конечно, таких шмар будет мало вечно. Но лучшая форма защиты нападения. Эй, пацаны, устроим массовое избиение, йоу. Лучшая защита нападения, защита нападения, защита нападения, ла-ла-ла. Лучшая защита нападения, защита нападения, йоу. Лучшая защита нападения, защита нападения, защита нападения, ла-ла-ла. Лучшая защита нападения, защита нападения. И напоследок. Тупые уроды вокруг, тупые уроды верха. Наши страны пользуются доверчивостью народа. Каждый должен работать за мизерный оклад и при этом делать вид, как будто рад. Поймите наконец-то, что это полный бред. И при таких поросканах могу дать совет. Мотайте скорее из этой нищей страны или поднимайте ее, но вы здесь никому не нужны. Паршивое настроение кого-то хочется ударить. Не хочется фонарь, нам у них бы какую-нибудь ценную вещь где-нибудь напарить. Все стараются всегда слепить из говна пулю. Попросишь у кого-то о чем-то, тебе покажет огромную дулю. Попса меня заебала, руки вверх, такая параша. Киркоров, Пенкина, Есенин. Это только наше, все это фуфло состаряет эфир. Звучит все время, день за днем. Есть такие, которые не считают все это фуфло. Есть еще не наши, Бритни Спирс, Тиргула и Гюгюро. Слушают и тащатся. Скажите, люди, какого хера? Бля, люди, не лезьте ко мне, а то могу сорваться. И как ебать, но я первым никому не лезу, никто мне нахер не нужен. На всех не плевать, и пусть кто-то скажет, что у меня плохое поведение. Ведь лучшая защита нападения. Лучшая защита нападения, защита.